Добрый день. Я преподаватель кафедры химии, химической технологии и экологии Казанского университета технологии и бизнеса. Сегодня я представляю очередную лекцию по дисциплине производственной санитарии и гигиены труда. Тема сегодняшней лекции – производственное освещение. Человек получает около 90% информации благодаря зрению, а качество информации зависит от освещения. Хорошее освещение повышает производительность труда, создает хороший психологический тонус и соответствующее настроение, предотвращает усталость, влияет на обмен веществ. Неудовлетворительное освещение утомляет организм в целом и является причиной 20% травм. Виды производственного освещения – естественное, искусственное и совмещенное. Естественное, искусственное, совмещенное. Давайте рассмотрим классификацию системы освещения. Искусственное освещение по виду они делятся на общее, местное и комбинированное. Общее оно бывает общее равномерно по всей площади, общее локальное с учетом прочего места. Комбинированное – это к общему освещению добавляется местное освещение. А также совмещенное освещение мы называем, если к естественному освещению добавить искусственное освещение. Естественное освещение. Естественное освещение – это освещение, получаемое за счет источника Солнца и Луны. Давайте рассмотрим достоинства и недостатки. Достоинства. Благоприятный для глаз человека спектральный состав и не затрудняет энергии. Недостатки. Неравномерная освещенность во времени и пространстве. Искусственное освещение. Искусственное освещение, мы говорили, оно бывает общее для всего производства помещения, разделяется на общее, равномерно, общее, локализационное. Искусственное комбинированное сочетание общего и местного освещения. По функциональным значениям искусственное освещение бывает рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное и сигнальное. Виды искусственного освещения по функциональному назначению более подробно рассмотрим. Рабочее освещение, оно предусмотрено для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. Аварийное освещение, оно подразделяется на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопасности предусматривается в случаях, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать взрыв, пожар, отравление людей, длительное нарушение технологического процесса. И естественное освещение, оно должно быть, составлять 5% от общего освещения. Эвакуационное освещение, оно предусмотрено в местах, опасных для прохода людей, проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей. Также освещение, оно должно составлять не менее 0,5 люкс в помещениях и 0,2 люкс на открытых территориях. Охранное освещение предусматривается вдоль границ территории, охраняемых в ночное время. И уровень освещенности должен быть 0,5 люкс в ночное время на уровне земли. Дежурное освещение – это освещение в нерабочее время, и оно не нормируется. Основные требования к системе производственного освещения. Соответствие уровня освещенности рабочих мест характеру выполняемой зрительной работы. Равномерное распределение яркости на рабочих поверхностях и в окружающем пространстве.
отсутствие резких теней, прямой и отраженной плоскости, постоянство освещенности во времени, оптимальная направленность излучаемого осветительными приборами светлового потока, долговечность, экономичность электро и пожара, безопасность, эстетичность, удобство и простота в эксплуатации. Нормирование естественной освещенности производится в зависимости от характера зрительной работы, системы и вида освещения, фона, контраста с объектом фона, источники света искусственного освещения. Они бывают следующих видов. Газоразрядные лампы, люминесцентные лампы, дуговые ртутные лампы и лампы накаливания. Лампы накаливания. Достоинство. Это удобство эксплуатации, простота изготовления, низкая инерционность при включении, отсутствие дополнительных пусковых устройств. И недостатками являются небольшой срок службы, превышение излучения в желто-красной части спектра, искажение светового восприятия и низкая световая отдача. Люминесцентные лампы. Достоинства. Повышенная цветовая отдача, большой срок службы, благоприятный спектр излучения. Недостатки. Пульсация светового потока, стробоскопический эффект, опасность производства травматизма. Применение пусковых устройств, сложность изготовления и эксплуатации. Светильники. Совокупность источника света и осветительной арматуры называется светильником. Назначение осветительной арматуры – перераспределение светового потока лампы, предохранение глаз рабочего от слепящего действия ярких элементов источника света, защита источника от механических повреждений и воздействия окружающей среды, эстетическое оформление помещения. По конструктивному исполнению они бывают открыты, защищены, закрыты, пылезащищены, влагозащищены и взрывозащищенные. По распределению светового потока в пространстве светильники бывают прямого, рассеянного, преимущества отраженного и отраженного света. Прибор для измерения освещенности называется люксметр. Единица измерения освещенности – люкс. Спасибо за внимание. Лекция завершена.